Благослови, душе моя, Господа. Родился в 1751 году в Кадыме Рязанской губернии. В детстве много времени провел в Саровском монастыре при монахе Варлааме. Егору Попову было суждено отправиться на другой конец света и воссиять в сонме православных святых. Мы знаем его как преподобного Германа Аляскинского. Аляска. Эта земля обладает уникальными природными богатствами. Более 3000 рек и 3 миллионов озер, огромные лесные массивы и самые высокие на континенте горы. Исконные жители – эскимосы и алеуты. Первые европейцы, освоившие эти территории – русские. Их поселения появились здесь уже в первой половине 18 столетия. Аляску до сих пор называют «Русской Америкой». Среди имен ее первооткрывателей есть и имя Лаврентия Загоскина, морского офицера, исследователя Аляски, Алеутских островов и Северной Калифорнии. Еще в детстве я знал, что в Рязани есть дом знаменитого морского офицера, исследователя Аляски Лаврентия Алексеевича Загоскина. Именно благодаря этому человеку весь цивилизованный мир еще в середине XIX века узнал название реки Юкон, одной из крупнейших рек Северной Америки. Впервые людям стало известно о жителях, которые населяют берега этой реки. И у меня всегда было желание посетить реку Юкон и повторить экспедицию Лаврентия Алексеевича Загоскина. И вот в 2009 году, наконец, я почувствовал, настало время отправиться в далекую русскую Америку. И то, что мы увидели, нас поразило. Православные храмы и священники, бабушки в белых платочках на службах, кресты на церковных кладбищах с русскими именами и фамилиями. Такой глубокий след оставила первая духовная миссия, прибывшая на Аляску в конце 18 века. Местное население прожило бок о бок с русскими больше столетия и не отреклось от привитой им православной веры, даже когда эти земли были проданы Соединенным Штатам Америки, и сюда хлынули новые поселенцы, а с ними и протестантские проповедники. К удивлению участников экспедиции, жители Аляски до сих пор с особой теплотой вспоминают одного из миссионеров, монаха Германа, в наши дни прославленного в лике святых. Мы посетили более 40 православных храмов и везде видели лики 5 святых. И первым в этом ряду всегда стоял святой Герман Аляскинский. И когда стали изучать, а кто же такой Герман Аляскинский, вдруг с большой радостью для себя обнаружили, этот человек
был рожден на территории современной Рязанской области в небольшом поселке городского типа Кадам. С вами находимся в Кадаме, в старинном русском городе, очень интересном по укладу своему, по характеру жителей местных. В городе, который очень хорошо знал преподобный Серафим Саровский и благословлял здесь основание монастыря, в городе, где родился преподобный Герман Алиаскинский, просветитель Америки. Вот. И сейчас до сих пор город живет практически так же, как и в дни детства и юности преподобного Германа. Ну да, по этой улице мы действительно видим, живет очень похоже. Да, а вот мы практически подошли к улице Пушкарской. Вот она так и называется, как при преподобном Германе. Здесь жила его семья. К моменту его рождения уже лет 120, наверное, его род насчитывал служилых людей. И тоже эта улица до сих пор мало чем изменилась. Ну вот если только деревянные рамы на пластиковые поменялись. Во царстве Твоем помяни нас, Господи, егда придешь и во царстве. Повзрослев, Егор Попов служит подканцеляристом. Это должность младшего письмоводителя и переписчика. Он женат, и у него есть сын. Жизнь идет просто и привычно. Изо дня в день, с самого раннего утра, когда в окошко пробивался рассвет, до позднего вечера, уже при свете оплывшей свечи, только скрип пера и бесконечные строчки перед глазами. Блаженни круцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущие. Но однажды все меняется. Во время эпидемии умирают жена и сын Егора Попова. Чтобы найти силы для преодоления этого горя, Егор Попов удаляется в Саровский монастырь. Для того, чтобы выяснить подробности жизни святого Германа на Аляске, наша исследовательская экспедиция отправляется туда. Коридже нас встречает митрополит Аляскинский и Алеутских островов Давид. Он уверяет, Герман – главный святой Русской Америки. На Аляске святого Германа знают везде. Вы можете спросить любого православного или неправославного, кем был отец Герман, и они расскажут вам. Святой Герман очень важная фигура для нас. Он был первым канонизированным православным святым в США. Для меня лично он является частью моего прихода в православие. Я был протестантом, но в одну из ночей мне приснился кошмар. Я не знал, что делать, меня атаковали демоны. И я начал молиться святому Герману: «Пожалуйста, спаси меня». И он сделал это. Он пришел и прогнал демонов от меня. Это, повторюсь, было еще до того, как я принял православие. После этого случая святой Герман остался в моем сердце. Позже я уже был священником в Нью-Йорке. Мне подарили реликвию — крест с изображением святого Германа на нем. И каждый раз, когда я надеваю его, меня переполняют теплые чувства, которые трудно описать словами. Все это однозначно изменило меня в лучшую сторону. Святой Герман помог принести православие в Соединенные Штаты от Русской Православной Церкви. Но что касается меня
лично. Своими молитвами он одарил меня самой способностью быть православным. Послушник Егор Попов проводит в Саровском монастыре несколько лет. В это время он окончательно утверждается в решении принять постриг. Каких-либо воспоминаний о его пребывании в обители в это время не осталось. Можно только предположить, какими были будни простого послушника. Молитва и труд, терпение и смирение – вот главные составляющие монастырской жизни. Наша экспедиция прибыла в Кадьяк. Этот город бережно хранит русские следы, музей Баранова, название улиц, а главная бухта носит имя святого Германа. Но самое важное, память о Германе Аляскинском здесь до сих пор передается из поколения в поколение. Когда местные жители отправляются в поездку или путешествие, то обычно говорят, если святой Герман пожелает, если Апа Герман позволит. Смысл в том, что он наш заступник, он присматривает за нами. И это на самом деле так. На лодках в нашей бухте, как правило, есть одна из двух икон. Или святого Николая, покровителя путешественников, или святого Германа Аляскинского. С ним мы особенно связаны. В 1782 году Егор Попов отправляется в Санкт-Петербург, в Троице-Сергиеву пустынь, где с ним случается болезнь. Господи, воззвать тебе, услыши меня. Опухоль на горле, которая увеличивается, делая лицо безобразным. Было трудно глотать, боль была нестерпимой. Молодой подвижник молился перед иконой Божьей Матери об исцелении. В изнеможении он уснул. Проснувшись, послушник оказался полностью здоров. Мы не устаем удивляться, как смогло выжить русское духовное наследие в этих землях, отделенных от России и культурно, и территориально. Трогательно видеть, как жители Аляски поют пасхальный тропарь на церковно-славянском языке. Христос, Христос воскресе, смертью, смерть попрал, смертью, смерть попрал. Иисус, живо рабе, живо дарова, дарова. Прошло 150 лет. Но вот это русское влияние, оно сохранилось. Русская духовность, русское воздействие, русское понимание, русское мышление. Хотя уже западные они люди. У них нету наших магазинов, у них супер гипермаркеты и так далее, вот, шопы. Но они все равно относятся к этому, это как что-то дорогое, ценное. Это святое для них. Из Санкт-Петербурга послушники вслед за своим наставником иеромонахом Назарием направляются на Ладожское озеро. Там, на острове Валаам, возрождалась монашеская жизнь. Так распорядился промысел Божий жизнью будущего святого,
что каждый ее этап приближал к тем духовным подвигам, которые ждали его впереди. Но пока его встречал чудный остров Валаам. Новой братии предстояло заняться не столько благоустройством монастыря, сколько возрождением его духа. За довольно короткий срок отцу Назарию удалось наладить иноческую жизнь, соответствующую прежним устоям. Перед принятием монашества Егор Попов проходит через многие послушания. В летнее время работает на огороде, пашет землю, жнет хлеб и косит сено. В ноябре 1782 года Егор Попов принимает постриг. Он получает новое имя. Отныне он Герман. Стремясь к уединению, отец Герман уходит в пустынь, где проводит долгие годы. Он желает остаться простым монахом, поэтому отказывается от назначения архимандритом в пекинскую православную миссию. По праздникам отшельник приходит в монастырь, но после службы всегда торопится в свою пустынь, где ничто не отвлекает его от сугубых молитв и единственного желания оставаться наедине с Богом. Валаамский монастырь в наше время, как и Саровский, принимает ежегодно тысячи паломников. Современная жизнь добралась и сюда. Но стоит отойти на какие-нибудь несколько километров от стен обители, и можно вновь попасть в те уединенные места, где когда-то селились отшельники. На Валааме до сих пор хранят память о том, где стояла келья преподобного. Это место так и называется – Германова поляна. Преподобный Герман готов был ехать куда угодно, но только не начальствовать. Поэтому от Пекина он отказался. А вот когда послали миссию в Америку, на Аляску, здесь уже речь о том, что он будет и возглавлять, не шла. И не шла речь о том, что он будет и в сан возведен какой-то, и наделен какими-то административными полномочиями. Он с радостью согласился и вызвался, как известно, добровольцем. И простым монахом туда поехал. В одной из евангельских притч говорится: «Если ты в малом был верен, над многим тебя поставлю». Так и случилось. Отец Герман в составе первой духовной миссии отправляется от дорогих сердцу берегов Валаама к далеким незнакомым землям. 24 сентября 1794 года судно «Три святителя» с членами миссии на борту прибывает в селение Павловская гавань на острове Кадьяк. Монахи сразу же принимаются за работу. Строят храм, проповедуют, обучают детей. Отец Герман нес послушание в пекарне и занимался хозяйственными заботами миссии. Солнце, видевшее
первые месяцы пребывания на Кадьяке монахам приходилось зимовать в холодных бараках, а из съестного иногда употреблять в пищу только хлеб и морских моллюсков. Well, the Russian Orthodox mission came here to bring the spirit of Русская православная миссия прибыла сюда, чтобы принести дух христианства, дух Господа в эти места. Дело в том, что Шелихов привез на Аляску много людей со сложной судьбой, сибирских каторжан, преступников. Они нуждались в духовной жизни, наставлении на истинный путь. Также надо было привести в порядок связи между людьми, стабилизировать жизнь и отношения в российских колониях. Back into a good relationship with the government, trying to make them treat the local people that they encountered well, if at all possible, and trying to stabilize the relationships. За первый год были крещены около 6000 человек и обвенчаны более 1000 пар. Вскоре строительство храма Воскресения Христова на Кадьяке было закончено. Аборигены были бесправны перед светской властью, и только в монахах находили сочувствие и поддержку. Они очень любили своего заступника, монаха Германа, называли его Аппа, что значит «дедушка». He was so attractive to other people because he had this great spirit. Он был так привлекательным для других людей, поскольку стяжал Великий Дух. Он постоянно общался с Богом и с ангелами. Люди приходили к его маленькому дому. Они тянулись к нему, потому что чувствовали в нем Божье благословение. Он был здесь, чтобы привести людей к Богу. Когда читаешь письма святого Германа, до нашего времени их дошло 12, можно почувствовать милосердный, любящий дух этих писем. Он привез сюда жену главы российских колоний Баранова, которая страдала небольшим душевным расстройством. Святой Герман заботился о ней и обучал их сына. В письмах он обращался к Баранову с большим уважением. И это отличало его письма даже от писем главы православной миссии Иоасафа, которые были более гневными. А святой Герман старался делать то, что делал, но при этом относился с уважением к другим людям. Но нельзя сказать, что святой Герман был всегда таким мягким. Как Иисус, прогнавший торговцев и менял из храма, святой Герман проявлял жесткость характера, когда ему приходилось защищать права коренных жителей. Он всегда воспринимал начальство не как административное, не как административную работу, а как помощь, заботу и отдание всех своих сил на пользу тех, кого ему было предложено руководить. Он и говорил, что я, говорит, нянька у здешних народов, и мать, и отец. Оказалось, что все его спутники потом так или иначе покинули Аляску. Кто-то перед Богом предстал, кто-то вернулся в Россию, а вот этот простой монах остался. Имя этого простого монаха до сих пор там с благоговением произносится. Окружавшая остров водная гладь, хвойный лес и огромное нагромождение каменных глыб на берегу – все это напоминало отцу Герману Валаамский монастырь. И он назвал свой приют Новым Валаамом. Источник пресной воды, небольшая бревенчатая келья – все, что нужно было отшельнику. Постелью отцу Герману служила скамья, покрытая старой оленьей шкурой. Подушкой – два кирпича. Одеялом – деревянная доска. Было у меня одно из главных желаний – посетить Аляску.
бывает на месте подвигов преподобного Германа. И я был на, по-английски, Spruce Island, по-нашему, остров Еловый, это скит, Новый Валаам, где преподобный Герман подвязался. Удивительное место он выбрал. И вот одно место, то, где место его подвигов так глубоко запало и как-то даже больше сроднило. Вот наш святой, он, как говорится, и выбирал по-нашему, и мыслил по-нашему, и устроил все по-нашему. Здесь, на острове Еловый, 20 лет своей жизни провел преподобный Герман Аляскинский. Удивительное место. Остров покрыт огромными многовековыми елями, поросшими мхом, который никогда с этих деревьев не исчезает. Немногие сюда добираются. В год всего несколько десятков паломников приходят, чтобы почтить память этого необычного человека. Из России приезжают единицы. Да и то не каждый год. Память о преподобном хранят и живущие здесь монахи. В свое время святой Герман предсказал, что на Еловом будут два монастыря – мужской и женский. Его пророчество сбылось. Насельники мужского монастыря – отец Андрей, отец Адриан и отец Мозес. А рядом, на маленьком островке святого Нила, живут четыре монахини во главе с игуменьей. Старец Герман любил молиться в одиночестве. И одно из самых любимых мест была вот та скала, с которой он доплывал на лодке, забирался наверх и молился. Преподобный Герман, когда на Кадьяке была эпидемия и сотни людей умерли, он приехал и лично ухаживал за больными. Он сирот взял себе и о них заботился. Он делился тем урожаем, который он вырастил. Он учил их, как сажать и как возделывать культуру. Он не просто приводил на огород, вот у меня растет. Он брал тех, кто рядом с ним жил, ходил, подбирал удобную плодородную почву, они вместе осваивали ее, эту целину, сажали и потом вместе радовались тому урожаю, который был. Святой Герман вел очень простую жизнь. Он произвел большое впечатление на местных жителей здесь, на Аляске, и это впечатление сохранилось до сих пор. Но сделал он это очень простым способом. Частью такой простой жизни был огород. Мы не знаем точно, когда он поселился на Еловом острове, где-то между 1811 и 1818 годами. И он начал с выращивания огорода, чтобы обеспечить себе пропитание. Кроме того, в монашеской лагуне водился
родился лосось. Поэтому он ловил рыбу для себя. Все это дало ему духовную свободу, возможность жить в простоте и молитвах. Сироты, которые присоединились к нему, должны были возделывать огород побольше, чтобы прокормиться. Вместе они жили здесь прекрасно. Я думаю, что образ общины, живущей простой жизнью, близкой и к Богу, и к земле, очень привлекателен для многих людей. И меня он привлек еще в молодости. Поэтому мы стараемся сохранить и этот образ жизни, и эту монашескую традицию в честь духовного наследия Валаамского монастыря и самого святого Германа. Кстати, святой Герман известен здесь не только как монах. Все огородники Кадьяка знают его как первого, кто начал использовать в качестве удобрения морские водоросли. До глубокой старости отец Герман не переставал трудиться. Возделывал свой огород на еловом, сажал капусту, репу, картофель, на зиму собирал и сушил грибы. Но это была только внешняя сторона жизни старца. Как его одежда, старая, заношенная, скрывала вериги, которые он носил на теле, так и повседневные труды и заботы по хозяйству скрывали могучий дух этого человека. За свою святую жизнь, полную любви и аскетических подвигов, святой Герман был наделен даром пророчества. Господь открывал ему будущее. So, the chains. Yes. Эти вериги довольно тяжелые. Yes. Да, yes. Достаточно тяжелые. Yes. Они очень тяжелые. И носить их день за днем, все время, даже спать в них, это не так просто. Каким же сильным человеком он был, и физически, и духовно. Святой Герман уединился на острове Еловом, желая проводить время в молитвах, но у Бога были другие планы. Святой Герман открыл сиротский приют, школу. Он учил коренное население Елового острова эффективному возделыванию огородов. Он служил. Он служил до дня своей смерти. Он служил. Мы направляемся к месту захоронения святого Германа. Вся эта территория, то, что нас окружает, это место, где он молился, служил. Его молитвы до сих пор не утратили силы. Когда вы выходите на берег, то чувствуете благодать и запах мира. Да, я действительно чувствую, но здесь нет цветов. Цветов нет. Если вы посмотрите на деревья, то увидите свисающий мох. Хотя этим утром погода была туманной и дождливой, сейчас ярко светит солнце, сияет голубое небо. И я видел, как это случалось много-много раз. Даже если погода ухудшается, даже если случается высокий прилив, святой Герман защищает нас и позволяет нам выйти на берег. Да, вы правы. Для нас было непросто добраться сюда из России. Несколько пересадок, последние несколько дней переживаем плохую погоду. Да и на Кадьяке погода была ненастная. Даже когда мы приплыли сюда, был виден только кусочек неба. И вдруг такие погодные перемены. Удивительно. И запах. Великолепный запах. Это тот самый родник, из которого святой Герман брал воду. И со времен святого Германа он продолжает оставаться источником чудес. Вода, которая тут бежит, всегда чистая и освежающая. Старейшины смешивают воду из родника с землей с могилы святого Германа и пьют ее.
осталось много свидетельств чудес, которые явно произошли по молитвам старца. Как-то случилось на Еловом страшное наводнение. Отец Герман вынес икону Божьей Матери из кельи, поставил ее на берег и сказал: «Будьте спокойны, вода дальше образа не пойдет». Господи, сил помилуй нас. Слово старца исполнилось. Наводнение прекратилось. Господи, сил с нами буди, и ногу бу разве тебе. Что делают старейшины даже в наши дни? Чему они учат детей и внуков? Если ты заболел или плохо себя чувствуешь, возьми немного земли с могилы святого Германа, смешай ее с небольшим количеством воды из родника. Они предпочитают этот способ лечения любому лекарству. Они полагаются на чудо в своей жизни. Они следуют этой традиции до сих пор. Вы знаете, что во время Второй мировой войны японцы атаковали Аляску. Двигаясь вдоль Алеутских островов, они пытались добраться до Соединенных Штатов. Они собирались бомбить Кадьяк. Но в густом тумане самолеты не смогли обнаружить остров и убрались во свояси. Жители Кадьяка были уверены, это потому, что святой Герман защищает их от бомб. Отцу Герману было открыто и время его смерти. В этот день он приказал своему ученику Герасиму зажечь свечи перед иконами и читать деяния святых апостолов. Через какое-то время лицо старца засияло внутренним светом, после чего его голова склонилась, и келья наполнилась благоуханием. Он умер 13 декабря 1836 года. В этот же вечер жители окрестных деревень видели над Еловым столб света, уходящий в небо. Все поняли: отец Герман, их духовная опора и заступник, предстал пред Господом. Даже до того, как отец Герман был формально канонизирован, он воспринимался как святой после ночи своего успения. Истории, дошедшие до нас, говорят о светящейся колонне, исходившей из леса в монашеской лагуне в ночь смерти Германа. И верующие из Кадьяка, Афагнака, Узина также свидетельствуют об этом столпе света, достигавшем небес. Мощи святого Германа хранятся в Воскресенской церкви. Люди со всего света едут на Кадьяк, поклониться им и прикоснуться к земле, по которой ходил святой Герман. Опыт святости, опыт удаления от повседневных дел и забот в это райское место, место мира, привлекает паломников со всего света. Я рад, когда привожу на Еловый остров семьи. Я рад, когда привожу множество митрополитов, епископов. Заместитель председателя Государственной Думы России тоже был здесь несколько лет назад. Преподобный Герман был прославлен 27 июля 1970 года Русской Православной Церковью за границей в Сан-Франциско и одновременно Американской Митрополией на Кадьяке. Через 14 лет вместе со всеми сибирскими святыми он был прославлен Русской Православной Церковью. Да пощадит тебя Христос.
Для Америки он особый святой, и его верующие православные наряду со святителем Иннокентием, митрополитом московским, считают своим покровителем. Святители, отче Иннокентий, преподобные, отче Германе, молите Бога о нас. Наши экспедиции показали, что память о добрых деяниях российских промышленников и предпринимателей сохранилась у современных жителей Аляски. И фигура Германа Аляскинского, первого православного святого в Северной Америке, не является исключением. Нам было приятно видеть, что память о нем жива не только на острове Кадьяк или острове Еловом, но и практически о нем знают во всех уголках Аляски. Сам преподобный говорил о том, что широкая слава к нему придет только через 200 лет. И вот сейчас мы как раз это и наблюдаем. Я абсолютно уверен, что тот столб света, который поднялся над островом Еловой в 1836 году, в день кончины преподобного, и который наблюдали местные жители, он наконец-то достиг российских берегов. Преподобный Герман Аляскинский – это тот пример самоотверженного служения своему делу, которым по праву современная Россия может гордиться.